Всем привет, с вами К9 Александр и обещанный обзор по переходникам. Как подключить монитор VGA к новым современным видеокартам. Вот если заметите, здесь всего лишь одна полосочка. То есть это чисто цифровой переходничок. И он к VGA никак не подойдет, даже если еще через один его пустить. То есть DVI вообще очень тяжело подключить. Вот переходник VGA DVI я бы брать не стал. Хотя они такие есть, конечно, чтобы сделать, значит, цифровое, перевести видео в аналоговое. Здесь у нас тоже HDMI. Вот этот, кстати, переходничок, он, возможно, и будет работать, но не факт. Но, естественно, здесь разъем DVI. И, в принципе, а у нас есть кабель только VGA. Вот в чем прикол. Вот такой переходник. Я так думаю, что он продается на AliExpress. Я его купил в Красноярске за 350 рублей. На AliExpress наверняка он стоит дешевле. Разъем HDMI. Вставляем в видеокарту. Сюда подключаем наш шнур VGA и обратную часть шнура, естественно, к нашему старому монитору. Так как новый монитор придет только через 6 дней, ну я же не буду 6 дней сидеть тупо без компьютера и ждать монитор. Поэтому я решил купить вот такой переходничок и вот в эту вот видеокарту GeForce GTX 1070, в этот единственный разъем HDMI. Я его вставлю и подключу мой старый мониторчик для того, чтобы настраивать компьютер и ждать и готовиться того момента, когда придет мой монитор от фирмы AOC, обзор на который я, естественно, сделаю, как только его получу. С вами был К9 Александр. Всем, кому видео было полезно, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока!